тащимся к вечере. Ты меня хатони алель! К сожалению, Джордж настаивает на этой вечере. Она баамальмит нахара, я всегда в ночную смену работаю. Извините, нельзя ли говорить потише? Я не высплюсь, не посмотрю турнир по покеру. Вы бы лучше смотрели на дорогу. Не грубит. А вдруг он царарис? Почему Хамди не работает по ночам? Хотя бы включите другую станцию. Слушай, это было потрясающе. О, да. А ты вообще откуда? Откуда я приехал? Я с Австралии. Правда? А не с Ближнего Востока? Не-не-не, у нас акценты похожи. Кенгуру. Ясно? Да. Эхо, имся, шахале! Это мы выходим, ясно? Пошли, пойдем. Пошли. Но я-то работаю дольше, чем Хамди, а? Почему Хамди не может? Проводить тебя домой? Спасибо, не надо. Я возьму такси, ты и так много для меня сделал. И чью штуку я должен пососать? И так уже отымели меня. Сам знаешь куда. Это ты? Ай, в чем дело? А в чем дело? Моча ослиная. Нам пора. Куда? Зачем? Времени нет. Что ты делаешь? Домой тебя подбрасываю. А это законно? Крэппи, возьми еще Кнейдлах. Давай. Вы очень добры, миссис Клейм. Ну что ты. Моя мама тоже много готовит. В Австралии. Правда? Надо же, у тебя акцент не австралийский. Да, не-не-не-не-не. Это потому, что я наполовину австралиец, а наполовину гора Эверест. Из-за этого у меня такой акцент. О, что ж, в Австралии, наверное, хорошо стало, когда избавились от апартеида. Да, погода теперь гораздо лучше. Итак, Скрэппи, значит, ты парикмахер. Я буду работать с мистером Полом Митчеллом, как только узнаю, где его прячут. Мама, Скрэппи пока негде жить. Правда? Да. Этажом выше как раз освободилась чудесная однокомнатная квартирка. Очень светлая, очень уютная. И главное, они только что отремонтировали кухню. Офигенски. 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 Да. Офигенски. Слушай, мам, а где средства для мытья посуды? Господи боже! Что, в чем дело? В чем дело? Это моя мама! It's okay, Michael. I know it's your mother. She's very beautiful. Я же должен был как-то отблагодарить ее за вкусный суп. Что ты хочешь? Могли подождать, пока я лягу спать? Или умру? Нет, Майкл, ты лучше... Что это с ним? Не может быть! Не может быть! Все в порядке, я поговорю с ним. О, я ног не чувствую. Ничего, через два часа опять почувствую. О, мои колени. Майкл, ты с ума сошел? Глупо из-за этого расстраиваться. Это офигенски. Это естественно. It's natural. Я тебя сюда привел не за тем, чтобы вы с мамой этим занимались. Почему нет, а? Ты что, не желаешь ей счастья? Ты ее видел? Ты на нее смотрел? Не уверен, что я снова смогу на нее смотреть. Майкл, когда мы делали шмяк-чпок-бум, не видел ее лицо? Оно просто светилось. Светилось. Заплатка! Да что ты? Майкл, хватит. Тебе нужно куда-нибудь сходить вместе со мной. Идем сегодня на дискотеку, а? Зашибись. А может, я не хочу сегодня на дискотеку? Майкл, тебе нужно сходить повеселиться, оторваться там как следует. Yes, you need your penachem to take a swim. Yeah, a little chicken in the sea. It wouldn't hurt. Да, диско. Ко, Майкл, выбирай, да или нет. Ну давай, пошли на диско. Ладно, черт с вами, пойду на диско. Отлично. Я сейчас порадую твою маму еще разок и погнали. Что? Офигенно. Уже? Ну, конечно.